Так, всем привет. Сегодня Tap-Tap Heroes у нас, понедельник. И все меньше остается до Нового года времени. Надеюсь, все уже в предпраздничном настроении. А у нас сегодня небольшое обновление. Вот здесь. Ну и мы с вами, естественно, попытаемся пройти ивент. Тот самый, который я очень хотел. Собственно, пройти, но не записал. Значит, это сборка героев, чудо-дерево и так далее. Собственно, сегодня будем по полной отгружать в елку в эту. Подарки тоже будем покупать все. То есть все по чуть-чуть. Ой, за 5000 подарок, конечно, заманчиво купить. Ладно. Раз выпуски у нас будут новогодние, значит и траты будут новогодние. Давайте начнем с покупки. Значит, за 500. За 1000. За 2 не будем брать, возьмем за 5. То есть непосредственно берем там, где есть наборы пробуждения, потому что они нам нужны. Так, что дальше у нас? Дальше у нас здесь собирается награда. Сейчас, сундучок. Так, на выбор, да, нам дают. Давайте возьмем вот эти фишки. Они всегда нам не лишние. А вот. Так что их. Далее, значит, идем. Сейчас будем делать сборку героев. Насколько я помню, в сборке героев нужно... Давайте посмотрим. Ага, по 3 и 2 райад. Для этого нам нужно чудо-дерево. Давайте здесь сразу, не раздумывая, попризываем. Возможно, выпадут пятерочки. Ну вот они уже выпадают. Даже далеко идти не надо никуда. Ну, я думаю, мы с вами этот ивентик сейчас быстренько намутим. Вот. Ну и еще раз дернем. Заодно там призы заберем сейчас. Вот. Пишут в WhatsApp мне. Ну, я думаю, это не помешает. Так, ну давайте, значит, что мы сейчас сделаем? Призываем, значит, свет. Призываем тьму. Двое. Два тьмы. Скульт. Так. Второго. И осталось три нам призвать. Зеленых. Ну, давайте, поехали. Раз зеленый, два зеленый. И тыквоголовый три. Зеленый есть. Поехали дальше. Видите, проблема у нас с фиолетовыми и с коричневыми. Собственно, поэтому я буду открывать пятерки. Три пятерки фиолетовых. Так, три пятерки коричневых не получится, да, наверное? Поэтому будем коричневые крафтить. Синие у нас все есть. Значит, две коричневых, запомнили? Ну,
две коричневых. Значит, что мы можем сделать, чтобы они у нас точно были? Мы сейчас можем пойти в синтез и посмотреть, что не хватает нам до коричневых. Много чего не хватает на самом деле. Ну давайте вот эту собаку призовем и будем надеяться, что нам сейчас выпадет в чудо-дереве пятерка. Поехали, надеемся. Выпало. Шикарно. Ну все, господа, друзья. Выполнили мы ивент. Призываем мы пятерку заключительную. Смотрим. Быстро, да, выполнился. Смотрим, что мы в чудо-дереве не добили еще 20 призывов. Ну, может, даже 40 добьем сейчас, чтобы получить наборы пробуждения. Они стали весьма ценны. Здесь мы все с вами выполнили абсолютно. Получили вот этого Мартина. Ну, здесь промежуточные награды. Вот. Скины получили. Ну, в общем, все как надо. Давайте 40 призывов тогда сделаем. На будущее возьмем. Ну, давайте еще Райад, чтобы у нас в запасе было. И бомбанем еще то, чего нету. То, чего мы потратили, собственно. Это мы потратили фиолетовые. Фиолетовые. И мы потратили, отлично, пятерка выпала. Зеленые мы потратили, точно было дело. И последняя десяточка пойдут синие. Здесь пятерки не выпало. И синие это последняя десятка на сегодня. Будем надеяться, что вот выпало. Две даже, ничего себе, смотрите. А вот эта топовая девчонка. Давайте я им покажу. Вот она, Демоника. Не-не-не. Вот это Мулан выпало. Мулан. Так, собственно, получаем. Получаем. Вот такие вот дела. На этом, наверное, все. Заканчиваем. Пишите, комментируйте, кому понравилось. Я вам показал самое, наверное, быстрое за последнее время прохождение ивента сборка героев полностью. Ну и все на этом. Всем пока-пока.